Девочки, всем здравствуйте. Обещала показать, как я вязала рыбацкий свитер. Но придется показывать вот так, прям на коленках. Никак не могу устроиться. Снимаю с телефона, чтобы видно было, как петельки. Вот набрала количество четное петелек и провязала немножечко вот резиночкой. Один на один. Ну, резиночку все умеем вязать же. Лицевая изнанка. А сам рисунок составляет два ряда. Первый ряд мы делаем так. Кромочную снимаем. Одна лицевая провязываем. Я провязываю бабушкиными. Вот лицевую сняла. Делаю накид. Накид делаю именно к себе. И вот эту следующую петельку после накида снимаю. Снова лицевая. Я думаю, что видно вот уже немножко. Накид. И петельку снимаем. Лицевая. Накид. Петельку снимаем. Лицевая. Накид. Петельку снимаем. Лицевая. Накид к себе накидываю. Следующую петельку снимаем. Лицевая, накид, петельку снимаем. Не провязывая, лицевая, накид к себе. Петельку снимаю. Лицевая, накид, петельку снимаю. Лицевая, накид к себе. Петельку сняли. Лицевая, накид к себе, петельку сняли. Лицевая, накид, петельку сняли. Лицевая, бабушкина у меня лицевая. Накид к себе, петельку сняли. Лицевая, накид, петельку сняли. Лицевая, накид, петельку сняли. Лицевая, накид, петельку сняли. И кромочная провязываем изнаночной. Вот это первый ряд. Одна кромочная, одна лицевая, я ее вяжу бабушкиной петелькой. Потом делаем накид к себе, накидываю. И следующую петлю после накида снимаю, не провязываю. Это весь первый ряд. От и до конца провязываем. Второй ряд будет у нас кромочная. Мы ее снимаем, не провязывая. Петельку и накид мы вместе их. Вот которую мы накид делали, и после накида мы петельку снимали. Их Вот бабушкиным, так же вот, как бабушкина петля у меня лицевая. Вот так я эту петельку и накид, я их провязываю вместе. Вот, вместе. Следующая изнаночная. Опять вот эта петелька, которую мы снимали, не провязывая, и накид. Мы их провязываем вместе, бабушкиной я петлей. Следующая изнаночная. Провязываем вместе две этих петельки. Изнаночная. Ту, которую мы снимали петельку, не провязывая накид, провязываем лицевой. Следующая изнаночная. Опять же, вот эта петелька, которую мы снимали, не провязывая, и накид, мы их провязываем лицевой петлей. Следующая изнаночная. Вот они, две эти петельки. Лицевой мы их вместе. Следующая изнаночная. Вот они, две вместе. Лицевой. Следующая изнаночная. Вот которую снимали и накид, провязываем лицевой, бабушкина. Петелька изнаночная. Лицевой их две. Изнаночная, вот она, которую мы не провязывали, и накид вместе их,
лицевой. Я думаю, все понятно, тут изнаночная. Вот эти две опять лицевой, следующий у нас изнаночная. Ее видно будет, она будет вот так вот идти. Вот тут три ребрышка получается, вот закручивающиеся. А на этой стороне она получается вот гладенькая. Вот. Сейчас я вам все покажу. Вот петлю, которую мы снимали, и накид вместе. Следующая изнаночная. Опять петля и накид вместе. Лицевой. Изнаночная. Опять эти две вместе. Лицевой. Изнаночная. Вместе вот петелькой и накид лицевой. Изнаночная. И кромочную мы всегда вяжем изнаночной петелькой. Вот раппорт состоит из вот этих двух петелек. Вот получается на одной стороне какой рисунок. И вот этот рисунок у меня был лицевым. Вот они получаются вот как вот, ну вот даже его видно, вот они идут такие. Она утолщает изделие, она перекручивается, получается такая толстенькая. Это у меня вот кавказская троечка и пятый номер спиц мягкой, получается полотно мягкое, оно не сильно затянутое, свободно вяжу, не сильно так, чтобы свободно, но нормально, но и не сильно туго, нормально вяжу. Потом повторяем первый ряд, вот кромочная одна лицевая, накид к себе и снимаем петельку. Лицевая, накид к себе, снимаем. 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 Лицевая, накид к себе, снимаем петельку. Лицо, накид, снимаем. Лицо, накид к себе, снимаем петельку. Очень простенько. Тут даже провяжете там 2-3 сантиметра, уже наизусть будете это все знать. Лицевая, накид, снимаем. Лицевая, накид к себе, снимаем. Лицевая, накид к себе, снимаем. Лицевая, накид, снимаем петельку. Лицевая, накид, снимаем. Лицевая, накид, снимаем. Лицевая, накид, снимаем. И кромочная. Вот это у нас как бы первый ряд, он повторяется. Первый, второй, это первый провязали. Второй ряд. Кромочную снимаем. Вот он, накид у нас идет. И вот эту петельку, которую мы снимали, мы их берем вместе, провязываем их лицевой петлей. Я вяжу как бабушкину. Вот. Вот так вот их. Раз, вместе. Следующая у нас изнаночная. Снова накиды, которую снимали лицевой петлей. Изнаночная. Снова вот она, накид и петелька лицевой петелькой. Изнаночная. Вот он, накид и вот накид, и вот эта петелька. Их провязываем вместе лицевой, изнаночная. Вот они, лицевой их вместе две. Изнаночная. Неудобно мне, на коленках вяжу. Ну, хочу, чтобы вам было все видно. Вот, вот он накид, и вот петель, которую мы снимали. Берем их лицевой, девочки. Следующая изнанка. Вот они две. Лицевой, изнанка. Лицевой и изнаночная. Лицевой эти две. Следующая изнаночная. Вот накид и петелька лицевой, изнаночная.
Вот накид и петелька, лицевой, изнаночная. Вот они опять две петельки вместе, лицевой, изнаночная. Лицевой, вот он накид и петелька. Следующая у нас изнаночная. Снова лицевой, изнаночная. Лицевой, изнаночная и кромочная, девочки. Вот весь мой рисуночек. Смотрите, как он получается красиво. Вот он ребристенький такой, вот он ребристенький. Вот, прям хорошенький такой. Здесь он вот такой ровненький. Вот, ну, маленькие у меня спицы. Вот он. Ровные петельки. Петельки ложатся. Здесь резиночка. Резиночку делайте, какую хотите. Кто хотите 2 через 2, там 1 через 2. Как хотите, так и свяжите. Получается такой теплый. Вот у нас сейчас зима. Минус 10 уже. Резко пришла зима. Зять мой ходит в этом свитере. Смотрю в него в лес и не выпустит. Ну вот, девочки, я надеюсь, что всем понятно. Если кому-то это понравится и пригодится в вязании, я буду очень-очень даже рада. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Будем вязать, будем дружить. Всем всего хорошего. Спасибо за просмотр. До свидания. Пока-пока.